Вызванную машину здесь же. Продолжаю. Угу. И делаем демонстрацию экрана. Итак, мы сегодня будем говорить про психологические аспекты принятия диагноза. Здесь будем говорить и о взрослых, и о детей в том числе, потому что мы прекрасно понимаем, что ребенок, он проживает в семье, и нам важно понимать, что происходит и со взрослым, и с подростком. Далее мы будем говорить про раскрытие диагноза ребенка и про эффективные методы работы для семей, в которых проживает ребенок с ВИЧ-инфекцией. И здесь я с чего бы хотела начать. Это первое с психологических аспектов принятия диагноза. Итак, какие же это? Начну с модели Кюблер-Росс. Она, наверное, всем наиболее знакома. Далее немного затрону про четырехфазную модель Патриси Финель, прям буквально немножко. А далее, может быть, психологам знакома парадоксальная теория изменений, это Арнольда Бейсера. И многим ВИЧ-положительным активистам знакома стадия обретения силы, empowerment. Вот картинка тут, она показывает, да, это работа со стигмой дискриминации, которая помогает справиться с внутренними страхами и переживаниями, которые внутри. Итак, если говорить про модель Кюблер-Росс и почему нам важно именно говорить про нее, потому что она в целом схожа, хотя придумана в целом для тех, кто проходил онкологическую проблему. То есть, и здесь мы говорим, конечно же, про то состояние, когда человек, ну, то есть, возможно, и уходил с этой болезнью. И если мы говорим про, допустим, ВИЧ-инфекцию, мы остаемся здесь на сегодняшний день с ВИЧ-инфекцией на долгие годы, но вот в этом месте важно понимать, да, живем, слава богу, медицина сейчас помогает жить, и, в принципе, с онкологией тоже на ранних стадиях, и смотря с какой онкологией, мы тоже можем выйти в период там, тогда, когда она стала совсем безопасна для человека. И как, что происходит? Какие стадии всеми вами знакомые? Поэтому долго не буду на этом останавливаться. Это отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. И вот здесь именно эмоциональную составляющую затрону, да, модели Кюблер-Росс. Это вот возьмем фазу принятия, ее содержание и какая помощь все-таки необходима в тот момент, когда человек находится вот в этом состоянии.
Первое, если взять шоковое состояние, этого не может быть, это не могло со мной произойти. И та же модель подходит и для тех, кто столкнулся с горем, с утратой. То есть в этот момент, конечно же, история про помощь такая, чтобы просто быть рядом, просто помогать, не знаю, подать стакан воды, салфетку, либо просто находиться рядом, наблюдать за его состоянием. Иногда вот в эти моменты для того, чтобы выйти вот из состояния шока, порой можно походить с пациентом туда-сюда. У нас, допустим, в спеццентре там 5 этажей, я бывает, что начинаю ходить от одного к врачу, к другому врачу. И это вот такая же тоже момент, когда человек через ноги начинает проходить вот это состояние шока. Дальше всплеск эмоций такой, всплеск чувств таких, которых происходит, можно ее назвать такой эмоциональной составляющей, когда боль, злость на себя, на судьбу, на врачей, сожаление об упущенных возможностях возникает. Да что же так, как возможно? Вот, возможно, как раз в процессе, когда мы включили ноги, вот здесь эти эмоции помочь прочувствовать. Поэтому важно здесь просто помогать плакать, помогать говорить, помогать злиться, помогать там, не знаю, грустить, все что угодно, но при этом принимать все те чувства, которые возникают у человека. Дальше возникает такая сделка. Здесь желание как-то повлиять на произошедшее. То есть я сделаю все, чтобы измениться, по-другому торги, да, я вот буду вести себя хорошо, и поэтому, да, Господи, пожалуйста, мне выздоровление. Я вот объезжу все святые места, дай, пожалуйста, мне что-то прекрасное, и чтобы у меня там у ребенка не было его болезни. Каждый проходит эти стадии, поэтому вот здесь очень важно, что делать для человека, кто помогает вот в этой истории, принять те чувства, в которых находится сам наш клиент, помочь ему в адаптации к лечению. Для того, чтобы человек не ушел в стадию отрицания, здесь очень важно помочь ему разрешить там, я не знаю, некие нетрадиционные способы лечения, но при этом объяснив риски. Как-то ко мне женщина одна пришла и сказала о том, что, вы знаете, вот я пока лечиться не готова, но у меня там в лесу есть бабушка, она там ведьма, я хочу поехать к ней, и вот она лечит травами. Как вы думаете, то есть она, могу ли я на какое-то время поехать? И она прям советовалась со мной. Но мы с ней приняли решение, что какое-то время она там побудет вот в этом лесу, но при этом объяснила, то есть вот эти риски. И понимание, что надо к заботе отнести уже к каждому, к самому себе вот в этот момент. То есть вот в этой истории сделка очень круто помогает, я прям подсказываю людям посмотреть фильм «Такая, как все». Это художественный сериал наш российский, и вот там прям явно видна вот эта сделка, как она, женщина тоже пошла на эту сделку для того, чтобы улечиться у колдуньи. Ну, то есть вот эти моменты. Постарайтесь найти вместе с пациентом вот именно ту сферу в его жизни, на которую он сможет опираться. Потому что если изначально человек не верил сильно в медицине, то он тоже будет искать другие альтернативные способы. И в этом месте важно бы его выслушивать и при этом просто быть рядом и поддерживать его, и показывать, что есть еще другие. Вот эти, а еще и другие. Но при этом жестко не отрицать его способы, потому что на тот момент, вот в этой стадии, его способы, они для него кажутся самыми, ну, оптимальными. Вот. Следующее – это депрессия. Это то состояние, когда уже оно близко вот к этому принятию как таковому. И здесь возникает такое чувство пустоты внутри, бессилие, отсутствие желания вообще что-либо делать, уход внутрь себя. Здесь мы, каждый из нас может, ну, специалисты, помочь найти что-то новое. Вот в депрессии это похоже то состояние, как у Бейсера прописано, когда человек
находится вот в этой прям точке отчаяния, точке невозврата. Помочь ему в том, что реальность случилась. И вот эта реальность случилась, это прям важно произнести самому человеку через рот. И мы, как специалисты, можем помочь проговаривать, что это уже произошло. И все то, что произошло, это уже неизбежно, что этого невозможно избежать, что это уже случилось. А дальше принятие, прошлого не вернуть, но я благодарен за все хорошее, что было, и за то, чему меня болезнь научила. И здесь вот в этой истории как раз происходит вот это вот принятие выхода из точки бессилия дальше в точку в новую. То есть происходит некая реконструкция жизни в ситуации с этой болезнью. И вот это очень похоже на вот эту четырехфазную модель Патриси Феннель, когда вызов, трансформация, это вот некий вызов, когда из ситуации, когда я даю вызов для того, чтобы... Ну, то есть чаще в ситуации с ВИЧ-инфекцией вызов – это вызов миру о том, что вы несправедливы со мной и что нельзя нарушать права ВИЧ-положительных людей. И вот эта некая трансформация происходит, когда человек находит новые способы и новые благодарности за то, что у него ВИЧ-инфекция, и новых людей вокруг себя, приходя на группу поддержки, организуя разные общественные организации, то есть он идет в это и интегрирует внутри себя, то есть в его история, кроме того, что он жил раньше по-другому, у него что-то новое происходит благодаря тому, что случилось с ним. То есть это некий путь такой самопреодоления, и я его еще называю путь мужества, когда человек проходит кризис внутренний вот со всеми этими составляющими, да, злости, агрессии, отрицание, некую стабилизацию, когда он понимает, что все это уже произошло, и вот происходит некий вызов, и дальше интеграция. Вот она так описывает это. И есть еще парадоксальная теория изменений. И здесь я прям зачитаю фразу, такую цитату Бейсера. «Изменение происходит тогда, когда человек становится тем, что он есть на самом деле, а не тогда, когда он пытается стать тем, кем не является. Изменение происходит не через намеренную попытку изменить себя или кого-либо, но тогда, когда человек старается быть тем, кто он есть на самом деле, быть полностью вовлеченным в настоящее. На самом-то деле здесь говорится о той реальности, которое случилось с человеком. Ну, к примеру, человек живет без... Ну, то есть он жил вполне нормальной, обычной жизнью, и вдруг случилась авария, он лишился ног, и сейчас он на инвалидном кресле. Он все это описывал, потому что с Бейсером случилась такая трагедия, и, вернее, у него не трагедия, а у него определенное заболевание, которое, при котором он находился в инвалидном кресле, но при этом он описывал, писал очень крутые свои труды. И вот здесь что можно сказать, что, вот, допустим, у самих паралимпийцев, если говорить, быть инвалидом или нет, выбора нет, они уже есть люди с инвалидностью. Но при этом у них есть всегда выбор быть инвалидом-спортсменом и победителем или быть инвалидом-овощем. И вот здесь, конечно же, ну, как бы вот такая составляющая, то есть либо, допустим, жить с насильником и терпеть издевательства, либо жить в одиночестве и пытаться найти другого мужчину. Здесь такая же история, да? Либо принять, что у меня есть ВИЧ, и начать лечиться, либо как бы продолжать отрицать эту реальность и уходить от этого в мир в своих фантазий, что со мной такое не могло произойти. И вот здесь тоже фраза такая: пока человек проживает вот в этой мире фантазий, не опираясь на реальность, он эту реальность не может не использовать в своих целях, не изменить ее. Ну, то есть и здесь он каждый раз будет жить как будто бы в песочном замке, который вот он создает,
а этот, а море приходит и этот песочный замок сносит. И каждый раз вот, вот эта фантазия внутри его. И это очень больно, кстати, лишаться этой фантазии, лишаться этой иллюзии. И порой это так же больно, как проживание любой смерти, то есть утрата, происходит утрата иллюзий. К примеру, у меня уже никогда не будет ног, или у меня уже никогда не будет там здоровья, то есть я никогда не буду жить без ВИЧ-инфекции, к примеру, да. И вот осознание того, кто именно я есть вот в этом мире и где я нахожусь, дает такую твердую опору для проживания нынешнего момента, для того, чтобы понять, что вот здесь у меня так, и оно всегда будет так. Вот, это то, что вот, на что можно опираться при консультировании. А дальше, конечно же, многие знают, это про обретение силы. Это тот процесс личной борьбы со стигмой, благодаря которому представители как раз стигматизированных групп, это любых, да, овладевает той информацией, навыками, ресурсами для развития их независимости и управления своей жизнью. Своего рода это та же самая история про парадоксальную теорию изменений, но здесь более четче с позиции ВИЧ-инфекции описаны некоторые шаги. Я коротко про них там скажу. Ну, жертва, первые шаги, отрицание, обретение возможностей, принятие, агрессия, депрессия, первичный активизм, ответственность, спокойствие. Если говорить в отношении подростков, мы тоже вот как бы увидим, насколько семейные цены, семейная обстановка, она потом помогает или не помогает, наоборот, закрывает вот, проходить вот эти стадии. Стадия жертвы. То есть на этой стадии человек начинает себя чувствовать, как, что он отличается от других. Ему характерно чувство вины. И нам, как психологам, важно здесь прорабатывать чувство вины. А еще есть вина выжившего и вина такого, сейчас я не помню, смотрителя, ну, то есть человека, кто смотрит, кто оказался рядом вот в этой ситуации. И вот это такая история еще. То есть, но в отношении ВИЧ-инфекции это еще и такая вина, что я себя как-то не так, вот прям в кавычках показываю, как-то не так себя вел, и теперь вот со мной такое произошло. И вот это часто мешает людям выйти вот из этой точки и дает ему возможность надолго застрять вот в этой позиции жертвы. Осознание себя как опасного для окружающих, и это делает так, что это разрушает социальные связи. Если я сам себе теперь плохой, если я жертва, зачем тебе теперь мне с кем-то общаться? Такое деструктивное поведение внутрь себя уходит. Он не готов в это время обращаться к специалистам, и чаще всего он переживает некий глубокий кризис, чувствует себя жертвой. А в этой ситуации человек редко будет приходить в спеццентр, редко будет приходить за помощью, он будет где-то там, и это, наверное, история про потеряшек, которые на долгие годы, которым, в принципе, может быть по мере своей семейных особенностей, так как так жила мама в стадии жертвы, и так как это более привычный механизм, вот некоторые люди прям застревают в этой стадии жертвы, но у некоторых это происходит очень быстро. Все зависит от того, как вырос, да, как, в какой семье жил человек. Дальше у нас стадия первых шагов. На этой стадии человек потихонечку понимает информацию, пытается найти таких же людей, начинает приходить на группы поддержки, либо в спеццентр, и начинает понимать, что с этим что-то надо делать. Стадия отрицания, он может войти, может не войти, и он об этом старается здесь забыть и быть, и жить своей обычной жизнью. То есть он здесь даже не ищет никаких других способов альтернативных, как в торгах, да, он просто пытается забыть, что это с ним произошло. Стадия принятия, на этой стадии человек сталкивается с проблемой, осознает и принимает, ищет пути решения. Он, мы об этом чуть подробнее поговорили, он как бы теряет свои иллюзии и начинает понимать, что с этим что-то надо делать.
Дальше вот очень важная, наверное, такая история. Я много работаю с клиентами, которые, допустим, в стадии развода. И вот здесь стадия обретения возможностей порой возникает только тогда, когда человек вот проходит вот это принятие. Но здесь ведь надо еще похоронить те иллюзии, которые, те фантазии, что я там, ну, что с этим мужчиной у меня все построится. Или вот здесь, если стадия обретения возможностей, что здесь... То есть сейчас у меня жизнь вот такая с ВИЧ-инфекцией, и благодаря там ВИЧ-инфекции или благодаря тому, что я стала такой устойчивой, я могу сейчас жить один. И благодаря ВИЧ-инфекции и тем людям, которые сейчас меня окружают, я могу как можно больше изучать информацию и больше заботиться о здоровье. К примеру, если раньше я о здоровье столько не заботился, как многие так говорят, как тогда, когда я узнала о ВИЧ-инфекции. Я, наоборот, даже благодаря ВИЧ-инфекции чувствую себя наиболее здоровым, потому что я еще больше стал как бы трепетнее к себе относиться. Вот. Дальше стадия первичного активизма, первичной активности. И здесь очень важно отметить, что здесь людям важна такая некая такая агрессивность, в какой степени, потому что здесь важно людям, ну, как бы история про то, что в обществе есть стигматизация, и вот эта несправедливость, она не дает внутреннего такого покоя, хочется с этим что-то делать, что-то менять, что-то там, какие-то акции, письма писать, что-то вот, что такого не должно происходить. И вот, вот такая вот внутренняя потребность человека проработать эту, ну, то есть такой потребность негодования для того, чтобы что-то сделать с этой справедливостью, чтобы в мире стало справедливо, чтобы не было стигмы по отношению к ВИЧ-инфекции. Далее возникает стадия ответственности, ее называют продвинутый активизмом, продвинутым. И здесь очень важно понять, что человек берет ответственность и, выступая публично, к примеру, он уже не говорит только от своего имени или только о своих проблемах, он говорит уже о нуждах и потребностях всех людей с ВИЧ-инфекцией, о которых он знает, которых слышал на группах поддержки, либо в общественных организациях, то есть он говорит обо всех. И он становится неким таким лидером мнений для того, чтобы как бы двигать, менять отношения людей, менять вообще в целом состояние, либо какие-то законодательные моменты. Вот такая стадия ответственности. И следующая стадия спокойствия. На этой стадии человек уже относительно открыт. Что значит относительно? Значит, если ему нужно говорить, к примеру, о ВИЧ-инфекции, он говорит среди родственников, те, кто кому нужно знать, знают, те, кто кому не нужно, это уже его право. И здесь он точно понимает про свои границы, то есть четко может ответить на вопрос, а откуда это у вас, допустим, если это в медицинском учреждении произошло, что это не ваше право, то есть это мое, то есть он понимает свои границы. И вот эти вот понимание, осознавание своих границ и гибкости их, вот здесь вот как раз на стадии спокойствия, они настолько четкие, понятные, это его вообще не трогает, никто его в этом месте может, ну, не заденет, это не будет для него болью. Он обретает такой контроль над своей жизнью, и на этой стадии характерно такая конструктивная активность, что он делает в меру своих возможностей, некие продуманные действия по изменению ситуации к лучшему. Вот. И это все про психологические аспекты принятия диагноза. Чуть позже про подростков сейчас поговорим, да? Вот сейчас более подробнее. Раскрытие диагноза ВИЧ-инфекции ребенку. Это следующий вопрос, который я сейчас раскрываю. И здесь... Да? Есть вопросы по первой части? Нету, я так понимаю. Угу. Ага. Итак, второй вопрос. Психологические, то есть, вернее, раскрытие диагноза. Хочу начать с того, с какого возраста стоит говорить про ВИЧ-инфекции. Ну, на самом деле, я бы так сказала, с того момента, как только
ребенок появился на свет, и его, ему поставили диагноз ВИЧ-инфекция. Обычно это происходит в месяц, в 2 месяца, в 3 месяца уже однозначно. Да, а в 6 месяцев однозначно уже знаем, что у ребенка ВИЧ-инфекция. И вот с этого момента стоит начать про это уже говорить для мамы или опекуна, либо там воспитателя, если это про детский дом. То есть уже с этого момента стоит отметить и сделать внимание именно на эту составляющую. Почему? Потому что работа с мамами – это очень длительная такая компонентная составляющая, и она, правда, может мешать впоследствии. Поэтому лучше всего начать чем раньше, тем лучше. Когда уже начинает вопрос возникать работы конкретно непосредственно с самим ребенком, когда ребенок начинает задавать самые первые вопросы, почему я пью таблетки, вот к этому времени нам важно уже саму маму подготовить к тому, чтобы она понимала, знала и могла поиграть с ребенком на эти темы, либо привести, если этот вопрос возникает, мама знает, что этот вопрос возникнет, она могла бы привести ее ребенка, вернее, к медицинскому работнику. И в возрасте от 5 до 11 лет это любые беседы о здоровье, все мы знаем фею-витаминку с вами, либо там любые сказки, которые вот включают разные аспекты, да, так, видно же, надеюсь, мою презентацию, вот, а это вот во время проверок, когда ребенок сдает анализы, можно с ним про это поговорить, для этого есть специальные руководства, они созданы ЮНИСЕФ, специальные карточки, как говорить с детьми о ВИЧ-инфекции. Вот. Это тоже можно использовать, когда ребенок сдает кровь, а он там сдает раз в полгода, да, мы про это знаем раз в год, у кого как. То есть вот в этом месте можно с ним про это разговаривать. Как роль клеток крови, сохранение здоровья с помощью лекарств, для чего это надо. Ну, то есть все такие вопросы, говорить о ВИЧ-инфекции не вслух, а как его завуалировать в сказку, в такую некую сказку, которую может консультант придумать самостоятельно, либо там опереться на другие сказки. Вот в этом месте вот история про хитрый вирус, она наиболее оптимальна, и такие небольшие тренинговые форматы, групповые форматы, либо индивидуальные работы важно именно уже в возрасте от 5 до 11 лет уже начать проводить. То есть мы говорим, что это частичная информация дается в этот период. Дальше у нас взросление, да, 10-14 лет. Это возникают такие открытые беседы о ВИЧ-инфекции, как о хроническом заболевании, да. То есть уже мы здесь говорим о том, что это длительное заболевание, хроническое, при котором необходимо принимать препараты. Здесь уже возможно и необходимо раскрытие диагноза, то есть сказать о том, что да, ты живешь с вирусом иммунодефицита. Мы потом позже поговорим, как это сделать. Обновление пути передачи, ну, то есть некие пути, про пути передачи поговорить, про вирусную нагрузку, иммунный статус, влияние, то, как это влияет на каждодневную жизнь и роль лекарств, которые возникают. И следующие уже 13 или 17 лет, вот этот возраст, когда мы как раз собираем на слет ребят, это включается туда сексуальное здоровье, включается туда ВИЧ уже более так на школах пациента, да, более так подробно и более шире, в зависимости от того, насколько ребенок готов усваивать материал, да, в зависимости от его психологического возраста, как ему рассказать. Здесь вопрос встает, да, новые идеи по приверженности и сети равной поддержки тех людей, тех подростков, кому он может доверять. И вот дальше я бы хотела отметить на то, что почему это сложно, почему все-таки детям сложнее говорить, нежели вот мы каждый день с вами на работе сталкиваемся с тем, что мы об этом говорим взрослым людям, да? Почему родителям сложнее, детям сложнее?
И вот здесь есть факторы, которые влияют на этап, да, раскрытия. Это влияние семьи и диагноз ВИЧ-инфекции в семье. А это о чем? Это о том, что вот большинство наших детей, живущих с ВИЧ-инфекцией, они будут сталкиваться с раскрытием диагноза дважды или трижды, поскольку у матери или у обоих родителей также есть ВИЧ-инфекция. И это имеет определенное беспокойство внутри семьи, внутри. То есть и еще важный факт, что многие наши дети живут в семьях с бабушками. И эти бабушки уже потеряли своего сына либо дочку от того, что дочка или сын не принимали препараты. Уже есть такая некая боль в теме ВИЧ-инфекции. Поэтому вот эти опасения внутренние и боли, они вот накладывают на то, что внутри семьи это уже есть. И те чувства, которые возникают, и мы с вами, помните, выше говорили про психологические составляющие, каждый родитель или там, опекун, он находится сам в неком состоянии, там, не факт, что отрицание, а хотя и возможное отрицание, в некотором состоянии этапа проживания, принятия диагноза. То есть это может быть злость на этапе злости, это может быть на этапе депрессии, это может быть на этапе любого. И вот в этом месте чувства, которые возникают у самого взрослого, они мешают. И здесь вот раскрытие, конечно же, происходит позднее, так как правило, ну, вот эти чувства, они не дают возможность внутри более быть так честным к своему ребенку, потому что у него еще не проработано. То есть у него внутри, к примеру, у взрослого, вот это «почему я?», «как это со мной произошло?», «что у меня внутри?», то есть у него внутри еще там стадия жертвы, к примеру. И тогда, конечно же, вот это влияние, оно будет мешать. Даже если мы там 14-летнего подростка пригласим, сделаем это с мамой, а мама не проработана или бабушка, она не ходит на занятия, то тогда мы вновь ребенка, ну, возвращаем в реальность. А реальность у него такова, что как бы мама живет с этим на стадии жертвы, и ей нравится, ну, как бы не то чтобы нравится, она по-другому не умеет. Вот. И вот это вот важно учесть. А дальше какой фактор? Да, это замалчивание проблемы в семье и тайны. Ну, ВИЧ-инфекция вообще это такая степень тайны-тайны, об этом нельзя никому говорить. И родители порой очень просят нас про это не говорить, даже ребенку там 12-13 лет, только, пожалуйста, ни в коем случае вот на занятия привезем, только вы там вслух это слово только не произносите. И тогда что мы понимаем, что внутри у человека вот тоже эта история про то, что он, ну, сам взрослый еще на другой стадии. И для взрослого лучше, если ребенок не знает, и тогда он будет защищен. По мнению взрослого, тогда он внутри будет защищен. И здесь, конечно же, ну, как бы это больно и трудно, но при этом для нас, как для специалистов, важная задача здесь просто говорить со взрослым, давать внимание взрослому. Вот. Дальше стиль семейных отношений. Здесь, конечно же, вот такой момент, когда внутри семьи вообще не разговаривают с ребенком. То есть, допустим, холодные родители, или они, ну, вообще не вовлекают ребенка ни в какие разговоры для того, чтобы защитить его. Любят, но по-другому, не как холодные родители, а просто для того, чтобы защитить, что либо думают о том, что ребенок, к примеру, не поймет такую сложную информацию, он еще маленький, ему еще рано, вот многие так говорят, или там, что сейчас это помешает там учебе, вот разные находят моменты для того, чтобы лишь бы не сказать, но на самом деле это лишь история про самого взрослого. И, допустим, родитель может сказать, как же так, это же будет конец его детства, и если он скажет, вдруг, там, не знаю, вдруг у ребенка будет депрессия, вот такие моменты тоже родители говорят. На самом деле мы все понимаем, что это вопрос страха самих родителей. Плюс родительские убеждения.
они также мешают. То есть эти заблуждения о том, допустим, сама мама не готова признать, а как же произошло заражение. И, допустим, сама мама не понимает, что нужно лечиться. Вот эти вопросы, они тоже будут мешать. Либо она очень много думает о том, что как бы, вот много стыда в этой теме, что это позор для всего. И лучше не лечиться вовсе, нежели там, как бы, принять этот позор. Лучше как-то, как-никак, как я часто слышала такое выражение, а вот сколько ни есть, как-нибудь столько и проживу. Вот такие моменты тоже проговаривают. Вот это, конечно, тоже мешает. Дальше вопрос конфиденциальности. Многие родители думают или опекуны думают о том, что если вдруг я сейчас расскажу своему ребенку, то ребенок сразу же побежит во двор и всем расскажет. Вот это тоже мешает и пугает самих родителей для того, чтобы двинуться к этой теме. И об этом, вот обо всех об этих вещах стоит честно разговаривать с каждым родителем отдельно, индивидуально, столько, сколько потребуется. Вот. И беседы, новые данные о ВИЧ-инфекции, ведение детей с ВИЧ, это в равной степени здесь важны и для родителей, и опекунов, как и разговоры о здоровье с самими детьми. То есть если мы говорили, что с детьми там, в 5 лет мы должны, важно говорить уже про вот здесь вот, здесь получается... В 5-11 лет беседы о здоровье важны, да, то здесь вот в этой истории нам важно понимать, что, почему я и начала свой диалог с того, что вот ребенку как только поставили диагноз ВИЧ, важно про это начать говорить с мамой, с опекуном. Дальше, вот, почему важно вовлечь ребенка в обсуждение своего диагноза? Потому что это помогает создать понимание того, что с ним происходит, самого ребенка, вовлечь ответственность внутрь самого ребенка, уменьшает чувство тревоги и неуверенности внутри него, повышает чувство безопасности и контроля для ребенка и обеспечивает подготовку и понимание правил и последствий. То есть, если я не буду пить таблетки, тогда со мной произойдет то-то, то-то, то-то. И не так, что если я не буду таблетки пить, я так сразу же и умру. У детей очень на этот счет очень такое, особенно помладше возраст, они правда буквально все воспринимают. И вот в этом месте, конечно, это их может прям точно напугать. Лучше вот в этом, ну, объяснять конкретно, честно и правдиво. Помогает понять ситуацию, контролировать происходящее, более активное участие и вовлечение в принятие решения о начале лечения и позже о выборе жизненного пути. Тогда мы даем возможность, ведь психология нас учит смотреть на ребенка в 3 года уже как на полноценного взрослого человека. А тут, получается, в 11 лет мы еще не можем подойти и увидеть в своем ребенке какого-то полноценную личность. Мы смотрим на него как на некоторую функцию. И это тоже очень грустная история, семейная тема. Дальше, что хотелось бы затронуть, это 3 основных типа влияния на беседы с ребенком, требующих осторожного и тактичного отношения. Да? Это факторы, которые могут вот, на сегодняшний день, как говорить, пока стоп. Да? Как себя чувствуете? Все нормально? Слышно, видно? Все нормально? Да, все прекрасно, все нормально. Все хорошо. Только выключайте, коллеги, пожалуйста, микрофоны. Так, и микрофоны вроде, да, выключены. И здесь на что мы можем обратить внимание, да? То есть это такие последствия, которые необходимо учитывать при обсуждении с детьми вопросов вот именно такой, где важно подумать про осторожность. Да? Первое – это степень
зрелости и развития. И психологи знают посмотреть память, ну, то есть внимание, мышление, вот это когнитивные особенности, которые вот важно учесть. Ну, самый простой способ для врача, там, для психолога спросить, а как у тебя в школе получается? Потому что в любом случае момент, когда мы говорим про диагноз, это момент, когда ребенок уже школьного возраста. И если ребенок отстает в развитии, это уже видно в первом классе. Это правда так. В первом классе ребенок отстает, не запоминает, не пишет буквы. Это уже будет видно и понятно. И к возрасту там, третьего класса, когда он к нам пришел узнать про диагноз там, второго-третьего класса, да, мы уже можем понимать, то есть отстает он в развитии, стоит ему сейчас говорить, либо чуть-чуть погодить. Вот. И, конечно же, стоит учесть, что вот если он правда часто ложится в больницу, у него плохое там физическое состояние, а какая в семейной ситуации вот тоже непростая, вот это тоже стоит учесть вот в этом месте. Дальше некие системные факторы. Вот здесь состав семьи, сколько детей, стиль общения внутри семьи, кто как ухаживает, поддерживает ли ребенка, кто его информирует, с кем он имеет контакт, с кем он вообще, вот, допустим, ну, категорический человек, допустим, может папа приходить или там отчим, и он сразу же уходит в свою комнату и не высовывается оттуда. Вот эти вещи нам важно тоже учесть внутри, когда мы беседуем. То есть нам по факту важно знать об этом ребенке все, такой анамнез, анамнез внутри семьи. Вообще обычно это делают специалисты, по социальной работе, собирают, выезжают на места, и прям вот я часто сама выезжаю домой, да, к ребенку, и там смотрим все вот эти детали, сколько детей в семье, как проживает, что внутри, с кем общается. Вот когда выезжаешь на место, сразу видно, какое отношение там матери и там, допустим, отца или бабушки и дедушки. Вот эти вещи очень важно понимать, кто знает про диагноз внутри семьи, там он где живет. Вот эти факторы также важно прям вот фиксировать и учитывать. Дальше традиции семьи. Вот тоже важные такие вещи, такие религиозные, культурные представления внутри семьи, как семья в своем, там, допустим, микросоциуме живет, вот в своем микрообществе, взгляды на его здоровье, тоже стоит про это поговорить. Насколько здоровье является ценностью для самой, для самих родителей и опекунов, и для самого ребенка. Здесь также вот третье – это весомость информации, то есть это тот прогноз, исход причины, доступное лечение, вмешательство, эффект, его последствия. О том, о чем, то есть вся та информация, которая необходима для того, чтобы ребенок, к примеру, уже точно в 13 или 14 лет, несмотря на его отставание, ну, смотря на сколько он отстает, конечно же, иногда это может быть, что лучше до 16 лет подождать и все-таки в 16-летнем возрасте говорить, когда у него же там, к примеру, пришло, но чаще это происходит и в 14 лет, да, половое созревание. И вот здесь вот, если, к примеру, ребенок там начал отказываться от лечения, и при этом вот стоит все-таки вот это, дать эту нить информации, чтобы все-таки, может быть, это через хитрый вирус, в любом случае вначале это происходит, это не обязательно говорить сразу о ВИЧ, если ребенок отстает, это может быть и прям разговоры про вот такой клиент-центрированный подход, когда мы смотрим там, через сказки, через какие-то метафоры, через какие-то рисунки, которые помогают. Такие, вот здесь взяла базисные доказательства, которые подтверждают необходимость предоставления информации детям. Первое – это теория развития способности ребенка понимать. Здесь очень такая важная история про то, чтобы давайте вместе мы сами с вами вспомним, когда мы ложились в больницу или когда мы, к примеру, в детстве были маленькими, и мы думали о том, что, к примеру, вот я себя плохо вел, и поэтому с мамой сейчас что-то случилось. И это на самом деле демонстрирует то, что каждый ребенок имеет такое развитие когнитивной функции. То есть, к примеру, лечь в больницу, чтобы заболеть. Или мама заболела, потому что я был непослушным.
Это вот то, что вот такая причина и следствие внутри самого ребенка, оно вот как-то вот такое выстраивается. Вот оно, конечно же, в этом мире, потому что он пока маленький для него. То есть вот такое следствие он сам, это следствие внутри себя вот таким образом воспринимает. Но при этом вот эти жизненные сценарии его, жизненные истории, они, ну, как бы пополняются и обновляются. И про это было бы здорово с ребенком говорить, что на самом деле я, ну, то есть мама заболела не потому, что был ты непослушный, а потому, что то-то, то-то, то-то. Ну, то есть объяснять, да, снять, дообъяснять, потому что у ребенка вот, вот эта история, она есть. И вот дальше, если мы смотрим на эту, уже на детей постарше, от 4 до 10 лет, то здесь нам важно понимать, что вот есть, ну, дети очень быстро воспринимают четкие правила, простые правила, простые последствия, которые оно следует за этим. И здесь, ну, то есть мы понимаем, что это время такого вот этого восприятия, да, и когда ребенок начинает понимать, что вот надо первый шаг идти в школу, там я хорошо буду учиться, я получу пятерку, вот какие-то такие простые правила. И если мы вернемся к нашему здоровью, то здесь тоже вот в этот период было бы здорово сразу, вот период начальной школы объяснять, да, вот лекарства, они помогают в том, что вирус твой все время там был, все время спал, то есть они не дают возможность тебе часто болеть, то есть это благодаря этому ты не болеешь, либо часто не болеешь. И вот, вот эта история, конечно же, ну, то есть нам важно ее учитывать. А в старшем возрасте есть больше понимания того, уже как ранее произошедшие события влияют на сегодняшнее. То есть если я сегодня не выучил задание, то уже там, к примеру, завтра, послезавтра не выучил, то вряд ли я сдам ОГЭ, ЕГЭ, и как я дальше буду планировать, если я не сдам, что, то, что дальше. И вот про это как бы каждый, ну, как бы уже в старшем возрасте понимает. И, конечно же, вот, вот эта история, она тоже приобретает большое значение, именно потому что если я сегодня не буду пить таблетку, завтра не буду пить таблетку, она тоже будет влиять. И дети младшего школьного возраста, которые часто лежали в больнице, имеют, например, гораздо более подробные знания про свое здоровье, про свое тело, нежели те дети, которые реже лежали в больницах, потому что с ними они там понимали, что вот у меня тут аппендицит вырезали, у меня там то-то, то-то, или у меня там живот часто в детстве болел. И вот здесь такое построение беседы, особенно когда ребенок попадает в больницу, очень часто помогает в общении, то есть вот реальный тот опыт, который они получали с детства, он помогает в целом для возраста, ну, для, то есть и для младших детей, и для старших, в зависимости от того, какая история, как у него все происходило в жизни. И знание об общении с детьми, что еще помогает? Знание об общении, вообще общение с самим ребенком. То есть это хорошая коммуникация, когда я создаю хороший контакт, умею слушать и слышать, и при этом отвечая на вопросы ребенка. И важно увидеть тут именно телесную реакцию, что человек в этот момент, допустим, не то, что он говорит, а то, что как он, как его именно тело выдает о том, что он понимает, не понимает, потому что тело чаще не обманешь, и вот в этом месте вот эти собственные слова ребенка, это вовсе не означает, что ребенок понимает смысл, нам важно видеть, что происходит с ребенком. И важна постоянная поддержка, это тех людей, кто, особенно если, а чаще мы видим, что в семьях, к примеру, мало доверия, про это не разговаривают, и тогда важна та поддержка какого-то такого взрослого наставника, специалиста, который бы мог помогать ему чувствовать, понимать, осознавать, разговаривать, просто чтобы кто-то мог отвечать на его основные вопросы. Ну и это сохранение уверенности и устойчивости помогает вот чувство доверия, которое поддерживается умением слушать.
но, как правило, дети очень нуждаются в том, кто бы их слушал. Мало слушают детей, и это правда, особенно в семьях. И вот эта потребность, она есть. И третье – это находка при изучении других хронических заболеваний и побочных эффектов лечения. Это список литературы, вот, 90-го года, который вот ниже указан, да, здесь получается, какая находка есть. Первое – это то, что психологическая адаптация, она напрямую не связана со знанием диагноза, то есть и плохая адаптация при раскрытии диагноза может быть обусловлена тем, что ребенка просто ранее обманывали и не говорили о том, что с ним происходит. И поэтому в связи с этим он просто сейчас не доверяет. И ему сложно, правда, доверять. Вот. И про это было бы здорово понимать и знать. Но об этом он может нам рассказать только тогда, когда уже есть доверие, уже есть какой-то контакт. Далее, групповой уровень тревожности у детей с опасными для жизни состояниями, например, онкология, да, в течение времени оказался он ниже в группе детей, которым сообщили о диагнозе, уже сообщили о диагнозе, по сравнению с группой, в которой дети не были информированы в нем. И тогда получается, что здесь история про то, что и дети сами выдыхают, и это правда. Сколько раз я замечала, когда ребенок узнает о диагнозе, ему намного становится проще, спокойнее, комфортнее. Да, у него чувство, там есть боли, чувство переживания, но при этом ему становится спокойнее, нежели все время его держат в неведении. Вот это как раз такое и говорит об этом, да, предоставление пояснений имеет такое же значение, то есть само пояснение о том, почему пить лекарства, это практически то же самое, как предоставление лекарства, особенно вот для детей младшего возраста, потому что ребятки правда не хотят пить лекарства. Вот здесь у меня сразу вспоминается пример фильма «Все сложно». На сайте «Такие дела», да, вы можете посмотреть, и там как ребенок отказывается, и там взрослый говорит: давай выпей, а она, пока взрослый не видит, выплевывает эти лекарства и прячет. И мы знаем, что в возрасте 9-10 лет многие-многие дети таким образом выплевывали, кидали свои лекарства, потому что вот эта история про то, что зачем мне пить, я же не понимаю для чего. Вот. И здесь одним из самых важных влияний для хорошей приверженности лечения является открытый стиль общения внутри семьи. Но что делать, если этого нет? Ведь это история про то, что каждая семья, ей бы важно было бы, чтобы она начала ходить там на семейные консультации, либо что-то, и если этого нет, мы как специалисты, конечно, этого не можем устроить. Но, по крайней мере, мы должны про это понимать и как бы больше опираться на те ресурсные фигуры, которые есть внутри семьи, которые начинают как бы приходить и спрашивать информацию. И вот одна из важных составляющих – это сеть такая поддержки, индивидуальной поддержки. Ну, это то, на что ребенок может опираться. Дети, конечно же, отличаются по степени устойчивости, и всегда должна быть вот здесь индивидуальная перспектива, как и общий подход. Например, нет конкретного возраста для открытия диагноза или ясности в том, как определить, когда каждый ребенок готов, но есть общий принцип, что все дети должны иметь знания, обновляющиеся со временем. И здесь эта история, конечно же, про то, что необходимо учитывать определенные составляющие, семейные, возрастные особенности, психологические особенности. Ситуации, когда могут быть необходимы дополнительные вмешательства или паузы, да? Здесь причины какие? Это недавно переехали или недавняя потеря. Это задержка в развитии или обучении. Это когда ребенок напуган или находится в депрессии. Это когда есть опасение, что ребенок может рассказать о другим. Дальше опасение, что ребенок узнает о диагнозе родителей. Здесь тоже может мешать родителям про это говорить. Да? Нежелание родителей часто в связи с большим количеством причин привет, то есть само нежелание, вот это, и там куча разных причин может быть.
уязвимость системы опеки или ребенок, ну, то есть не получающий поддержки, а вот, вот это такая уязвимость. Здесь поддержка необходима самой семьи. А, вот, а другие трудности, жилье, миграция, средства к существованию, что сейчас важнее там найти хлеб, там есть, негде жить. Вот эти аспекты, они наиболее важны. И здесь поговорить, конечно, про базовые потребности, которые сначала важно удовлетворить, да, и либо когда опекун находится в депрессии, либо он напуган. Что способствует процессу раскрытия? Беседы по определенному графику по мере взросления ребенка. Здесь эти беседы, они очень важны. Если до 5-летнего возраста мы разговариваем в основном с мамой или с опекуном, а для ребенка предоставляем пока только праздники, любые праздники, когда ребенок встречается с другими. Это может быть цирк, посещение цирка, зоопарка, какие-то посиделки, когда аниматоры занимаются с детьми. С мамой в это время работает специалист либо в группе, в групповой поддержке, либо в целом. То есть это вот, такая, вот такой график внутри каждого отделения, внутри каждого специалиста важно устроить именно по конкретным семьям в зависимости от возраста. Можно прям делить вот возраст 9-11 лет. Вот такого возраста у меня там, к примеру, сейчас 20 детей. И я этих 20 детей сейчас приглашаю на занятия. Из них там 8 детей знают о диагнозе, остальные не знают, что мы будем делать. И вот такой график работы с ними составлять. Дальше важно учесть, кто будет говорить. То есть здесь роль партнерства между работниками здравоохранения и родителями, опекунами является лучшим способом работы, такое взаимодействие внутри, да, поскольку оно создает поддержку и доверие, в которых нуждаются сами дети. Но мы прекрасно понимаем, в силу наших российских вообще реалий и не только российских обстоятельств, что многие родители, и это все еще связано со стигматизацией ВИЧ-инфекции, что многие родители и опекуны находятся в таком трудном эмоциональном состоянии, когда они не готовы взять на себя роль о разговоре ВИЧ-инфекции с ребенком. Сделать первый шаг всегда трудно. И тогда мы, специалисты, помогаем в этом месте сделать это вместе с нами. Если правда уже время пришло, мы видим, что это пришло, то тогда это важно сделать вместе, помочь, чтобы родитель мог опереться на нас, как на устойчивую фигуру. И здесь эти беседы, они о здоровье помогают в целом для того, чтобы потихонечку двинуться в следующий процесс. Плюс уменьшить недоговоренности в семье, которые вот именно окружены вокруг этой ВИЧ-инфекции, они тоже помогают. Я очень часто, к примеру, если родитель сам хочет, то есть чтобы мы это сделали тет-а-тет, всегда сажаю родителя где-то рядом, он слышит наш разговор, а потом, после того, как я сказала, да, у тебя вирус иммунодефицита человека, и там сделали паузу, после этого об этом чуть позже еще поговорим, прям детально, после этого вовлекаю родителя. Вот. Как, что сказать, да? Так, сейчас, секунду, тут, похоже, немножко ошибочка, вперед пройду. Дальше, получается, процесс продолжается после раскрытия, что сказать ниже, у меня прям попунктно будет. То есть, после раскрытия нам важно понимать, что это все еще только начало, поэтому важно как бы впоследствии делать некоторые понимания и разговоры. Может быть, это будет на группах, может быть, это будет индивидуально, по-разному. Здесь и каждый раз стоит повторять, потому что, как правило, мы выяснили, что дети, в принципе, им свойственно забывать. Им рассказали про ВИЧ, они могли забыть про это. Поэтому в следующие разы можно, уже приглашая ребенка или когда он приходит на прием к врачу, можно приглашать его к себе и разбирать вот это название ВИЧ-инфекция. Что такое ВИЧ?
потому что это помогает снять вот эту отрицательную часть, то есть вирус иммунодефицита человека. И здесь часто ребятам больше нравится именно вирус иммунодефицита человека. Как-то вот эта часть больше ложится. И дальше, как ВИЧ может передаваться другим людям, а как он не может передаваться, пути передачи, как дети могут заразиться ВИЧ-инфекцией, разница между ВИЧ и СПИДом, как измеряется иммунный статус, вирусная нагрузка, какие показатели вызывают беспокойство, лекарства, в какой комбинации как, что означает резистентность, как меняются знания и появляется большая уверенность в лечении. Об этом все нужно проигрывать, кстати. Вот все эти вопросы мы как раз разбираем на слете. То есть это тоже одна из возможностей, чтобы потом в течение там, 10 дней это все разобрать, а в течение года про это повторять. Что иногда нужно? Иногда нужно время для чувств, и даже не иногда, а большую часть, для понимания своих чувств. А влияние на повседневную жизнь, как это влияет, что ВИЧ, благодаря ВИЧ-инфекции, что помогает, что мешает, что можно, что нельзя, что может повлиять, как может повлиять болезнь на, вообще в целом на будущее, какие есть вопросы профориентации, вопросы поступления в вузы интересуют ребят уже, это постарше. И вот постарше – это половое развитие, сексуальное здоровье, как сохранить безопасность и практиковать именно безопасный секс. Это уже вопросы более для старшего возраста. И здесь важно еще учесть то, что у каждого ребенка есть определенные потребности, так же, как и у взрослых. И в подростковый период это будет максимализм, зачем я живу, самовыражение. И в какой-то степени вот, нам важно понимать, что вот, стремление не быть как все, своего рода вот ВИЧ-инфекция в какой-то степени дает. Но с другой стороны, это еще дает очень много страха и переживаний. А что, если об этом, ну, то есть, если с детства про это приучено молчать, что это и как влияет? И вот здесь, как бы, в любом случае нам важно понимать про потребности подростков. То есть это дышать, есть, пить, выделять основные, да, физиологические. И потребность безопасности тоже очень важна. Того, чего, если нет жилья, если нет рядом возможности двигаться, одеваться, раздеваться, спать, отдыхать. То есть это тоже будет мешать, если нет своей комнаты или там, если своего угла в своем доме. Вот эти важные части, составляющие, тоже как бы важны. Дальше это принадлежность к обществу. Если я о ВИЧ-инфекции никому не рассказываю и никогда не приходила на занятия, то тогда это, конечно, будет накладываться определенные отпечатки в жизни. Поэтому нам важно в карточке нашей фиксировать тот момент, а кто узнает про диагноз, и с кем я могу про это поговорить, вот какие-то такие вещи. Но еще раз, как правило, пока наши основные базовые вещи не удовлетворены, то стремление к самовыражению, творчеству, оно будет, хотя ребята к этому очень стремятся, оно будет вот угасать, практически не проявляться. И потребности подростков отдельно, так описала, это потребность во внимании и поддержке. Вот здесь мы, если, к примеру, в семье так не принято, и вот к нам может подросток приходить именно за этой теплотой, за мудростью, вот той, которой ему не хватило, к примеру, это я часто так спрашиваю, а если там кто-то у тебя, там, на кого ты точно там можешь, на кого ты хочешь быть похожим? Часто ребята говорят, это физрук, или там, не знаю, тренер мой по спорту кто-то, или там, не знаю, учитель рисования. Это тот человек, чаще всего, который более теплый, с которым можно поделиться всем, чем угодно, и он тебя не оценит. И вот это та потребность, которая есть, ну, у каждого, а у подростков она в большей степени так выражается. Потребность в четких правилах, границах, которые очень важны, потому что если этих границ нет, то в этом месте мы можем понимать, что у
так как подростку важно как бы такой максимализм, он хочет вся и все, то здесь очень близко такое деструктивное поведение, он может искать такую теплоту на улице и впоследствии может оказаться там, где бы не хотелось находиться. И вот, вот это, конечно же, правила и границы очень важно давать такую, ну, то есть удовлетворять эту потребность. Потребность в развитии обучения через жизненную практику. Именно через свой собственный опыт он получает вот это развитие, этот опыт. Потребность в интересных жизненных событиях, которые вокруг него возникают, именно через события он удовлетворяет вот это вот желание. Плюс удовольствие, которое у него также существует, это, ну, он изучает себя, свои чувства, ощущения, стремится к некому чувственному обогащению. Вот эта потребность удовольствия, она есть у каждого. Здесь тоже важно понимать и помогать там детям прописывать свои удовольствия, свои радости в жизни. Ведь это и есть профилактика депрессии для каждого из нас в том числе. Потребность в уважении и признании. Когда человек получает уважение и признание, и у него вырабатывается такая прочная уверенность в себе как цельной личности, ценной личности. И, как правило, замечаю, что у подростков очень много, особенно вот у перфекционистов, вот эта ценная, цельная личность, она куда-то исчезает, потому что я не справился, я теперь не такой, меня теперь никто не будет любить. И вот это вот очень, ну, как бы очень тяжело потом нарабатывается. Вот. Потребность в общении и принятии сверстниками, об этом мы уже договорили, потребность в умении уверенно отстаивать свое мнение, которое основано именно на общей уверенности внутри себя, потребность в творческом самовыражении. И здесь мы, как специалисты, можем им помочь и помочь в различных, чтобы они сами что-то придумали, что-то сделали, свои игры, и потребность в постановке жизненных целей, потому что игры о ВИЧ-инфекции тоже один из моментов, когда можно выразить такое вот самовыражение, да. Вот. Дальше потребности подростков, если мы говорим о ВИЧ-инфекции. Здесь вот я до этого чуть-чуть обозначила. Для подростков характерно молчать о своем заболевании ради безопасности, потому что мама так просила, да, у нас. И здесь следующее, потребность в уважении. Здесь мы видим, что нет удовлетворения этой потребности, потому что страх отвержения является такой доминирующей эмоцией, так как детей с детства учат хранить тайну. И вот здесь какое уважение внутри, то есть все время надо все прятать, то есть возникает чаще вот желание спрятаться от всех и спрятать свои эмоции в том числе. И, конечно же, если я научилась с детства прятать свои эмоции, то тогда и о любви какая речь? То есть это, в принципе, нарушенное базовое доверие внутри. И если нет доверия, то нет любви. И дети с раннего возраста теряют близких. Также мы видим, это тоже формирует нарушение по типу избегающего нарушения привязанности, либо тревожное нарушение привязанности. И это тоже как бы влияние впоследствии на раскрытие диагноза. Вот, и эмоциональные потребности есть у ребят, забыть про заболевание дальше, как можно реже принимать такая, и базовая потребность сохранить здоровье. Есть возрастные задачи развития, сейчас мы перейдем к тому, как конкретно говорить вот, именно о диагнозе, и немножко с вами поговорим, как это у вас получается в целом. Так, 26 человек, угу. Итак, возрастные задачи развития, которые возникают у каждого подростка. Почему про подростков более так делаю акцент? Потому что именно в этот период мы раскрываем диагноз, и нам важно понимать его потребности, нам важно понимать, какие у него задачи возникают. Это изучение своего «я», своего места в мире, то есть какой я как личность, кто я такой, каковы мои особенности, в каком мире я живу, каково мое место в мире. И важно ребенку каждому давать свое место. Если в семье, какое мое место в этой семье? Дальше выработка положительного отношения к себе, к своим личностным качествам, то есть принятие их как ценных, нужных ему качеств.
формирование умений сознательно пользоваться своими качествами, полученным опытом, или сознательно воздерживаться от проявления тех или иных качеств, когда он сам знает, когда их проявлять, или же удерживается от этого. И очень важная составляющая, когда я понимаю, что вот в детстве там пауки, я их боялся, и мне это, ну, то есть тогда это было так, и сейчас в подростковом возрасте я их уже не боюсь, это уже по-другому. Или там новые у меня системы ценностей выработались, новые убеждения, и инвентаризация неких детских установок происходит. Выработка такого полуролевого самосознания и собственной сексуальности. Какой я хочу быть мужчиной, каким я хочу быть женщиной, чего мне в жизни не хватает, что я хочу, вот, то есть вот эти части. Очень четкое определение границ, что я считаю правильным, а что я считаю неправильным, что я могу себе позволить, а что считаю глупостью, а что считаю вообще подлостью, что ни в коем случае никогда не сделаю. Определение своей принадлежности, какова моя семья. Горжусь ею или стыжусь. И вот здесь тоже бы об этом правильно, ну, разговаривать, потому что если я стыжусь, то тогда на кого я на какую я другую семью опираюсь? Какова история моей семьи? Каково мое место в этой семье? Вот вновь, да, место возвращаемся. Дальше очень важно для подростка это определение своего физического статуса, да, какова моя внешность, фигура, лицо, определение своего характера, на чем основаны вот эти мои реакции, мои вкусы, откуда они такие, развитие своей эмоциональной компетенции, то есть такие чувства у меня вот так-то, так-то, вот такие нюансы, как отделить одно чувство от другого, в каком месте я злюсь, если нарушают мои границы, или я наоборот вообще не умею злиться. Вот какие-то такие вещи, которые вот взрослый может помочь как бы пройти вот эту задачу, да. И если так получилось, что, к сожалению, у нашего ВИЧ-положительного подростка нет возможности опираться именно на такого мудрого взрослого, то этим взрослым, конечно, может стать наставник, которого может найти некоммерческая организация и приставить к подростку, либо это может стать специалист из спеццентра. Вот какая-то такая тут связь. И дальше это осознанная социализация, то есть это те качества, которые помогают успешно строить отношения с другими. Здесь вот это вот умение проявлять эмпатию, чувства других, развитие такой толерантности, то есть когда я вижу и понимаю, что если другой злится, то это чувство про другого, при этом, ну, то есть я понимаю и осознаю, что это про него, а здесь это про меня, что если он отказал мне, то это не говорит о том, что я плохой, это говорит о том, что что-то в его, что это про него, а не про меня, вот какие-то такие вот вещи, и развитие ответственности, и здесь... что я тоже в ответе за то, как я строю, как у меня отношения, как у меня дружба выстраивается. Ну, то есть вот какая-то такая часть. И осознанная социализация, также как это развитие навыков построения отношений. То есть здесь выработка моделей, которые позволяют свободно общаться, умение принимать и понимать, выражать свои чувства, принимать и уважать самого себя. Как правило, как мы думаем, когда читаешь вот эти взрослые задачи, подростка, понимаешь, что многие из нас, взрослые, в какой-то степени, мы даже вот приходят, застряли в подростковом возрасте, и вот эта часть то, чего, к примеру, там, не знаю, с детства говорили, вот, не злись, и человек не умеет злиться, и он где-то только там со свои 30-40 лет начинает понимать, что, оказывается, он все время всю свою злость внутрь подавлял, а оказывается, что именно в подростковый период важно было бы, чтобы взрослый какой-то мудрый ему это донес, показал, увидел, и что от этого зависит, что я там именно не умею уважать самого себя, предаю самого себя, и вот какие-то такие качества, которые здесь рождаются, да. Ну и третье – это структурирование своей жизни. Это то, на которое у нас еще больше начинают обращать внимание сейчас, больше психологов, профориентологов появилось, да, ну, здесь про профессию, про личную жизнь и семью, про самореализацию, про финансы, просто про эти составляющие их можно отдельно выписать колоночками, да, вот профессия, личная жизнь, семья, самореализация, финансы, физическое состояние здоровья,
цели, планы, достижение целей, цели и планирование именно шагов к достижению. Вот, вот эта часть, и помогать подростку прям вот эту таблицу описывать, структурировать. Ну и еще основное, это, конечно же, сепарация, это подготовка к психологическому отделению от родительской семьи. И если вернемся, да, это была такая немного теоретическая часть, которую нам необходимо понимать про потребности, про возрастные задачи развития. И вот, если вернуться вот эту составляющую, как же нам важно именно простроить такую работу, в которой для нашей семьи, где живет ВИЧ-положительный ребенок. И вот давайте рассмотрим вот эту картинку. И вот в этой картинке это рисовал 7-летний ребенок. Даже маленький ребенок понял, что даже ВИЧ, что такое ВИЧ, что он проникает повсюду в организме и может сделать нас, ну, вас больными. Больными, в том числе вызывая стресс на ваших ногах, то есть вот эти черные пятна в ногах. Если мы посмотрим на облака, они закрывают солнце. То есть 7-летний ребенок знает о важности не рассказывать о диагнозе своим школьным друзьям, и он никогда этого не делал. Но ему нужна обновленная информация по мере его взросления. И вот нам важно как бы видеть, понимать, и я каждый раз говорю, что слет необходимо, там, допустим, или мероприятие делать ежегодно, потому что уже никогда ребенку не будет больше там, 13 лет или 14 лет. И вот здесь я к чему подвожу? К тому, что нам важно смотреть на проективные, бессознательные методики, которые делают, которые рисуют или там выбирают наши ребята, к примеру, или взрослые. И когда ребята на вопрос, что я чувствую, думаю, хочу сделать, когда слышу ВИЧ, выбирают вот такие слова, мы прекрасно понимаем, что внутри этого ребенка происходит. Ведь это правда про то одиночество и про то, что поговорить об этом не с кем внутри меня, оно как бы рождает вот бурю эмоций внутри взрослого человека, в том числе, как бы рождает определенные сложности. Вот. И нам важно, вот у нас есть с вами очень хороший механизм проективной бессознательной методики, когда можно рисовать с ребенком. А рисовать с ребенком, когда он пришел, и мы с ним говорим о ВИЧ-инфекции. Или чтобы он мог выбрать картинку из там, метафорической колоды, да, любой, если он не любит рисовать, такую возможность давать ребенку. И если мы говорим про то, как важно длительно, очень длительно выстраивать вот это доверие специалистам, вот, потому что тема доверия, она будет в любом случае всегда фонить, звучать. И здесь вот картинка не просто, что я не могу доверять людям, мне сложно, и как бы нам, как, для нас, как на специалистов, ложится больше ответственности в какой-то степени, потому что если ребенок не может доверять, и если мы его вот в какой-то степени предадим, поэтому нам важно честно признаваться, что вот мы с тобой вот от сих до сих поговорим, а дальше ты говоришь там с ребенком, ой, с родителем или с бабушкой, и в какой-то степени мы с тобой встретимся вот в такое-то время, то есть важно нам не обманывать, а говорить прям честно, причестно, вот, наверное, так скажу. И та информация, которую вот мы предоставляем там, на группах поддержки, либо в индивидуальной части, она должна быть также честной, информация про все детали, несмотря на ну, как сколько бы лет не было подростку, нам важно рассказывать про какие-то аспекты, там, N равно N, про то, что семья будет, потому что многие ребята во взрослом состоянии даже не знают, что у них будет, что у них может быть семья, либо, может быть, про них, с ними про это поговорили, но они забыли. Правда, ребята могут про это забывать. И вот здесь несколько цитат про то, как девочка, приехав на слет, рассказывает, почему я к этому подвожу, потому что тема одиночества, она всегда фонит именно в теме ВИЧ-инфекции. И она, как бы, я буду ее подводить к теме раскрытия диагноза чуть-чуть ниже, да, она у меня. Я пока не приехала сюда, я не могла ни с кем общаться. Несмотря на то, что у этой девочки есть старшая сестра, она на год всего лишь старше нее, она с старшей сестрой не может найти общий язык, потому что старшая сестра не знает о ВИЧ-инфекции.
секции этой младшей, и у старшей куча друзей и знакомых, и она достаточно открыта, свободна, а младшая закрыта и спрятана в себе и не может построить отношения, потому что ей приходится все время прятать свои эмоции и все время держать это внутри. Вот этот вопрос, вот она тут цитирует, да, что ей приходится прятать, закрывать, и все, что я от нее услышу, от бабушки, ну, ты выпила таблетки, вот получается вот история про то, что только акцент делают внимание на таблетки. И, как правило, мы с вами, как специалисты, к сожалению, делаем внимание только на таблетки, хотя эмоциональная составляющая, она намного важнее. Нам важно спрашивать, а с кем ты дружишь, а с кем ты можешь про это говорить, то есть какие-то такие важные составляющие. И вот правда, во дворе нигде про это не скажешь, а где еще можно про это поговорить? И важно вовлекать, конечно, и родителей, опекунов, но если они находятся на одной стадии диссидентства, к примеру, а ребенок на другой, то тогда, конечно же, мы видим определенные сложности, которые будут поддерживать бабушек и воспитывающих детей с ВИЧ-инфекцией в том числе, да. Здесь тоже как бы важная составляющая, которая вот вовлекает, поддерживать семьи, где есть ребенок с ВИЧ-инфекцией и без ВИЧ-инфекции, поддерживать детей, у которых мама умерли от СПИДа, а сами дети без ВИЧ-инфекции остались. Вот в этом месте тоже возникает куча вопросов, которые остаются открытыми у детей и с которыми им не с кем про это поговорить. И вот эта часть, когда равный равному, то есть вот в какой-то степени подросток сам благодаря тому, что у него есть определенные задачи и потребности, он, правда, хочет помогать другим и хочет что-то делать для других таких детей. Не цитаты не читаю, надеюсь, вы просто сами читаете их. Вот. И дальше практические рекомендации, к которым хочется сейчас прийти и с вами пообщаться. Это первое – это та анкета готовности и раскрытия диагноза, которая, сейчас я ее протранслирую, которую важно заполнять, начать уже 6-7-летнего возраста. Иногда, потому что к 9 годам уже ребенок, иногда и к 8 годам ребенок уже вполне может хотеть знать. И по этой анкете мы видим, знает он или не, ну, хочет он знать или не хочет, или там какие-то вопросы у него возникают. И анкета, она также для родителя, про ее страхи. По крайней мере, эта анкета такая, знаете, когда мама и ребенок отвечают на эту анкету, после этого у меня есть такая легальная возможность начать работу с мамой и сказать, вот смотрите, вот такая история, давайте вот так, каждую неделю будете ко мне там приезжать или один раз в две недели, и мы с вами будем работать именно, потому что я... После того, как анкеты мама заполнила, я вижу, что, разговаривая об этом процессе, у мамы слезы в глазах, печаль внутри. То есть я обращаю внимание на это и после этого как бы подвожу к тому, что маме нужно с этим что-то делать, маме важно про это работать. Далее это информированное согласие, которое важно, да, заполнить, когда мама готова, и это информированное согласие приклеить там в карточку к ребенку. Дальше тест на определение тревоги и депрессии, тест на определение когнитивных способностей у ребенка. Дальше мы подключаем семью и распределяем ответственность между каждым участником на себе, все не зацикливаем, помогаем понимать чувства и предоставляем информацию взрослому и ребенку, максимальную информацию, которую они хотят знать. Вот здесь я вот отметила анкета 1, я прям хочу, не знаю, может быть, кто пользуется, кто не пользуется, но я хочу прям показать, какие здесь есть вопросы, это, на мой взгляд, очень важно. Вот, допустим, анкета 1, она касается ребенка, и она дается ребенку. Мне интересно, что за лекарство я принимаю. Ну, то есть, и здесь вот, допустим, ребенок чаще отвечает «да»,
Я хочу знать, почему родители водят меня к врачам. И здесь тоже ребенок часто пишет «да». Я принимаю терапию вовремя, потому что мне напоминают родители, я помню про них, мне напоминает будильник. Кстати, на второй вопрос иногда отвечает «нет», и я тогда замечаю, что ребенок не хочет сделать больно своему родителю. Я прям про это вот подмечаю в каких-то моментах. Дальше отношения с моими родителями, опекунами у меня хорошие. Я доверяю им, делюсь с ними проблемами. Плохие, на меня постоянно кричат. Напряженные отношения. Вот здесь тоже как бы для нас такой вот момент, на что обратить внимание. Мои родители обращают на меня достаточно внимания, мало внимания, не замечают. Слишком много внимания, никакой самостоятельности. Вот здесь, кстати, многие дети с ВИЧ выбирают букву «В», про никакой самостоятельности. Это еще раз говорит о том, что когда ребенок получает ВИЧ-инфекцию, он еще получает дополнительную гиперопеку от своего взрослого. И про это тоже было бы важно говорить, может быть, проводить для родителей какие-то определенные семинары. Дома я чувствую себя уютно, да или нет, и сейчас я чувствую себя хорошо, не болею. Вот, вот буквально 9 вопросов, и они позволят нам как бы увидеть, ну, расширить картину для понимания, и ребенок самостоятельно отвечает на эти вопросы. И анкета номер 2, это для родителя. Я считаю, что ребенок будет защищен, если не будет знать о своем статусе. Я боюсь, что после раскрытия статуса ребенок будет чувствовать себя неполноценным членом общества и стыдиться других. Да, тоже мы понимаем здесь, да или нет. И для ребенка лучше узнать о своем статусе в 5-6, в 6-10, в 11-12, 12-16. Тоже видим, да, насколько мама реагирует, как реагирует. Либо, да, никогда не рассказывать. Тоже вопрос тут. Если мама выбирает «Д», мы тоже для себя делаем отметку, сколько с мамой надо работать. Дальше я боюсь, что у ребенка начнется депрессия после раскрытия статуса. Тоже вопрос такой. Чаще страх мамин. Я боюсь суицидальных наклонностей у ребенка после раскрытия статуса. Я боюсь, что ребенок начнет меня винить в том, что я заразила его. Я боюсь, что ребенок откажется принимать терапию. Мой ребенок интересуется, что за лекарство он принимает, и ребенок напоминает мне о том, что ему необходимо принимать терапию. Напоминаю, что эта анкета всего лишь способ, легальный способ начать работать с мамой. Поэтому чем раньше вы дадите эту анкету самой маме, тем лучше как бы к этому двигаться. Может быть, ее там протестировать на тревогу и депрессию в том числе. Далее, если мама готова, она заполняет такое согласие родителей относительно раскрытия, да, ВИЧ-положительного статуса. То есть я как мама заполняю, даю согласие относительно раскрытия. Либо это делает сама мама самостоятельно. И вот такой алгоритм консультирования при сообщении диагноза. Первый, да, чтобы было полезно, вот тут на слайде с презентацию все я вам вышлю. Отдельно вот эти материалы у многих у вас уже есть, мы проводили семинары. То есть первое приветствие. Здравствуй, меня зовут там Света, я психолог, как я могу к тебе обращаться, да? И такой вопрос диагностика. Как ты думаешь, для чего мы встретились? Вот, вот в этом месте бывало у меня случай, когда ребенок начинал плакать. Вот. И тогда уже ваше такое творческое приспособление, как вы с этим будете обходиться, но, на мой взгляд, важно дать возможность ребенку выплакаться. Может быть, у него нет возможности дома плакать, дома надо быть сильной для мамы. Возможно, тоже этот факт присутствует. Далее конфиденциальность. Все, о чем мы будем говорить, останется здесь. Я расскажу родителям только о том, что то-то, 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 я не расскажу родителям вот какие-то тоже определенные аспекты, да. Твои родители попросили меня помочь в том-то, том-то, да. Вот. И здесь очень просто сообщается понятный диагноз. У тебя ВИЧ-инфекция. Но лучше здесь, конечно, у тебя вирус иммунодефицита человека. Что ты знаешь про это? Дальше делается пауза, дождаться реакции, помочь справиться. Чаще, если мы говорим 8-9 лет, ребенок ничего про это не знает. Может быть, слышал это слово всего лишь, а может быть, даже не слышал. Если это 12-14 лет, то ребенок чаще плачет, и ему нужно подать стакан воды, либо дать платочек, там, чтобы просто с ним быть рядом, но
Лучше в тишине ждать, когда же реакция пойдет от самого человека. Выслушать первые опасения относительно последствий для личной жизни либо социальных отношений. Ну и о чем бы ты бы хотел поговорить в первую очередь, то есть спросить его. Дальше обязательно информирование относительно ВИЧ-инфекции по запросу. То есть ни в коем случае не даем много, только чуть-чуть. Либо можем еще раз напомнить о том, что мы с тобой когда-то, вот некоторое время назад, говорили о том, что хитрый вирус. Ну вот этот хитрый вирус называется вирус иммунодефицита человека. Дальше обязательно информирование, даже если он не спросил, да, то есть вот какие-то определенные такие моменты, которые существуют, да, это те вопросы, которые он задает, ребенок, именно в этот момент. Вдруг он не сказал, что, вернее, он чаще всего не спросит, если ты, еще раз напоминаем ему о том, если ты не принимаешь препарат, то тогда твой вирус начинает расти. А если ты можешь жить, это первый, да? Второе, ты можешь жить долго, и при приеме препаратов жизнь твоя будет длительной, твои дети будут здоровы. И третье, если при приеме препаратов ты безопасен для других. Вот таких три вещи, которые необходимо здесь учесть. Секрет или нет? Это уже вопрос, хочешь ли ты рассказать об этом? Кому? С кем ты готов об этом поделиться? Может быть, здесь пригласить на группу поддержки. Вот такое прощание и выдача неких материалов, которые можно выдать в этот момент ребенку. Если так еще коротко, вот здесь, да, по готовности подростка, но лучше до 11 лет, легко, без прикрас, вот здесь очень все просто, да, механизм, оставив за свои страхи за дверью, осознавая, что рассказать о ВИЧ – это ведь только начало, и пусть этот разговор будет возможностью быть с подростком ближе, вот такой диалог. Ну вот по своему опыту я там искренне интересуюсь до начала там раскрытия диагноза, желательно 2-3 сессии, просто может быть какие-то тренинговые упражнения, когда ребятки вместе собираются, там что-то делают бисером, что-то вышивают, что-то рисуют, какие-то друзья, ну то есть если он не ходит на такие занятия групповые, то это может быть просто пока занятие, когда я с ним тет-а-тет настраиваю такое взаимодействие, сотрудничество. Конечно, если ко мне первый раз привели ребенка, я вряд ли буду вот сразу же подходить к вот этому алгоритму, да, ни в коем случае. Сначала это вот такие интересы, друзья, может быть, какие-то настольные игры вместе поиграть, какое-то доверие, контакт, который необходимо выстроить с ребенком. Дальше спрашиваю о том, что он знает про разные болезни. Вот можно порисовать с ним, мне очень помогают вот эти рисунки, к чему они могут привести, если их не лечить. Спрашиваю его про то, что он чувствует, когда мы про болезни разные говорим. Знает ли он, зачем пьет лекарства свои? А хочет ли узнать, зачем он пьет? Следим за телесной реакцией. Находимся в это время рядом. Говорим просто: у тебя вирус иммунодефицита человека. Молчим, ждем. Смотрим за реакцией, ждем вопрос. Отвечаем на вопрос или спрашиваем, а что ты об этом знаешь? Рассказываем очень просто про то, что вирус меньше, чем ты. Ну, можно его прямо нарисовать. И то, что он спит, когда ты пьешь лекарства. Говоря о том, что если есть люди его возраста, с которыми можно говорить о ВИЧ-инфекции, приходить на группы. Ну, то есть, и, конечно же, говорим о том, где стоит, где уместно. Ну, об этом чаще родители просят. Где стоит говорить о ВИЧ-инфекции, где не стоит, и кому ты готов об этом поделиться. Дальше приглашаю на живые онлайн-занятия. То есть остаюсь с ним в контакте. Периодически напоминаю ему лично в WhatsApp в сообщениях, что вот в воскресенье пройдет группа поддержки. Приходи, я тебя жду, и мы тебя ждем. На следующий день или через неделю после того, как раскрыла диагноз, и всю жизнь продолжаю говорить с ним о ВИЧ столько, сколько нужно, и родителя мотивируя, чтобы он уже честно разговаривал с ребенком о ВИЧ-инфекции. Но важно помнить, что каждый индивидуален.
что с одной стороны, а еще, что все мы разные. И важно признавать различия, принимать различия. Разговор о ВИЧ – это лишь мостик для того, чтобы быть ближе к своему ребенку. И об этом важно говорить нашему родителю. Важно помнить о том, что мы сами транслируем своему ребенку. Это такой, знаете, к родителю, наверное, такой вот такой призыв. Призыв: ваш ребенок для родителей – это ваше отражение. Начните с себя. Страх, вина, стыд – это просто чувства. Они нам нужны, но они говорят о многом. И важно с ними поработать. И, как правило, вина родителя, она не накладывается на вину. Ну, то есть у ребенка нет этой вины. Чаще это только у самого родителя. Но если есть, про это тоже можно работать. Это не страшно. Важно просто про них говорить, не утаивать и не прятать информацию. И вот здесь вот важен каждый. Это про то, что нам важно, то есть в нашей работе каждый, и родитель, и опекун, и подросток, и специалист. Помните, пожалуйста, специалисты, про то, как мы много на себя берем и как мы можем выгорать, если будем как бы не делить ответственность с родителями и с подростками. И если возьмем 100% ответственность и поделим ее определенным образом, там, столько-то процентов на родителя, столько-то на подростки, и сколько-то буквально, там, не знаю, больше 50-50 там ложится на родителей и подростки, то моя часть в этом лишь про то, чтобы дать полную информацию, сделать какой-то алгоритм постоянный прихода наших родителей, там график соблюсти, график каких-то мероприятий соблюсти, но не одному, а совместно со всей командой. И когда у нас такая командная работа, вот она у нас проходит там каждую среду занятия, вот даже те кейсы, сложные кейсы мы обсуждаем, как-то становится проще и спокойнее вот в этом месте. И я в этом месте очень благодарна каждому специалисту, который вот работает на в своем поле, в очень непростом поле. И мы попробовать, ну так не попробовать, а сделать так, чтобы все-таки вы обращали внимание еще и на то, как вы устаете, как вы себя цените, любите, ведь только через свои устойчивые границы мы помогаем нашим родителям и нашим подросткам усваивать и понимать про их границы. Если мы четко говорим, вот у нас то есть время обеда, и ребенок тоже начинает понимать, что время обеда – это важное, ценное для самого себя, как для него в том числе. Или время, когда там ценность, вот эта вот часть, но при этом когда мы вот эту границу соблюдаем, временные, это очень большое подспорье для того, чтобы другой подучился, тоже опирался на то, что делает с нами специалист. Вот, наверное, на этом у меня все. И сейчас я хочу пообщаться с вами, получить вашу обратную связь и ваш отклик на то, как вы в целом, как у вас в работе происходит, как вы выстраиваете свою работу, какие у вас есть уже отработанные, не знаю, графики, не знаю, графики мероприятий, к примеру, или графики раскрытия детей, вот, какими уже вы пользуетесь методиками, вот, что-то для вас, может быть, было новое, может быть, все это уже слышали, вот, спасибо за внимание. Аня, я так понимаю, запись можно выключить? Или еще да, да, Свет, можно запись уже выключать. Еще, да, там пару минуток у нас есть.